Всем футбол, дорогие друзья, с вами Дэнчик Ломастеров, и сегодня мы поймаем Тотса. Монеты FIFA Ultimate Team и FIFA Points на все платформы вы можете купить у продавца монет Константина Романова. Реальные цены, эксклюзивный сервис и мгновенная доставка, а также скидка по промокоду Дэнчик. Ссылочка на продавца в описании. На самом деле, вы, наверное, понимаете, то, что если я сейчас никого не поймаю, то этот ролик вы и не увидите. Так что если этот ролик вышел на YouTube, значит мы кого-то поймали. А может быть нет. Но скорее всего да. Доступны премиум наборы, в которых 12 игроков, 3 редких и все игроки из премьеры, именно из Ла Лиги. Соответственно, достаточно неплохой шанс поймать какого-нибудь Тотса. Хотя, конечно, шанс так себе, если честно говоря. Петух. Но так или иначе, почему бы, собственно, не попробовать? И долго затягивать я не буду. Первый пак, 400 хвапоинцев. И кто же нам выпадет? Наверное, какой-нибудь нерарный игрок из Ла Лиги. Падает, кстати, Инфурно Веста в первом паке. Серьезно? Серьезно? Стопе. Сколько он стоит? Нет, да что ты делаешь, твою мать? Зачем ты его отправляешь? Почему пылесосить нужно именно тогда, когда я записываю видео? Не, ну то, что Иньеста выпал, это, ребята, однозначно лайк уже надо поставить. Да. Ты еще не поставил? Ставь. 96500 текущая ставка на Иньесту, 97. Мне даже сейчас интересно, за сколько он уйдет. Иньеста Информ с рейтингом 91 падает нам в паке. В первом паке. Это мы только начали. А если мы еще и Тотса поймаем, так вообще будет круто. 101 тысяча Информ Иньеста. Ну, я счастлив. 100 тысяч плюс у нас идет. Да, это круто. Я понимаю, что достаточно все быстро произошло, и многие даже не поняли то, что реально выпал Иньеста. Я тоже, на самом деле, до конца не понял. Я хотел посмотреть его цену, отправил случайно на трансферный список. И я понимаю, что сейчас будут баянистые, петроясянистые шутки. Панда и Фейкс против сейчас будет, там бла-бла-бла. Ну, вы любите это делать. Поэтому, собственно, тут вот, ребят, все двигается. И первый обладатель Иньесты. Он у меня продастся примерно за 100 тысяч, как мы посмотрели. Ну, ладно. Хорошо, достаточно неплохо, хотя на самом деле я бы не хотел его прямо сейчас продавать, но в любом случае он идет, потому что стартовая цена 27 тысяч поставилась. Блин, обидно немножко, но ладно, пускай. Плюс 100 тысяч неплохо для первого пака. Мы с вами, кстати, продолжаем еще открывать паки. Вот, я на самом деле не рассчитываю на то, что сейчас что-то будет лучше. Скорее всего, все так и закончится, Иньеста будет лучшим игроком, но все-таки да. Собственно, что я и думал, то, что выпадет мне в первом паке, это нерарные игроки с рейтингом 81. Еще один пак, да, но в любом случае пак опенинг мне уже нравится, потому что Иньеста это топово. Савич, рейтинг 81 тоже, и все. По идее, эти паки нацелены на то, чтобы мы выловили с вами игроков из команды сезона, но игроки из команды сезона нам, походу, не светят совсем. Потому что снова рейтинг 80, снова ни о чем. Ну и последний пак, собственно, ребята, окей, пускай за монет я его открою. Что же здесь будет? Я даже скипну, и в этом паке абсолютно ничего не выпадает. Вот как-то так, ребят, получилось. Поймали мы игрока из Ла Лиги, поймали мы топового игрока из Ла Лиги, который стоит достаточно много, но мы не поймали Тотсов. Тотсы снова прошли мимо нас. Хотя Криштиану Роналду, Месси, Суарес, блин, там столько таких классных игроков. И у нас пока что только Иньеста. Вот такой вот получился, ребят, покопник. Честно, я рассчитывал на Беста. И если бы не было, конечно, бы Иньеста, я бы, наверное, даже ролик этот не выпустил. Но смысл выпускать ролик, где тебе падают одни бомжи. Вот. Но здесь все-таки есть Иньеста. И мы прямо как он вот так вот руки поднимаем, ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Дэнчик Ломастеров. А впереди большой привет. Ну что ж, друзья, время большого привета, и первый большой привет идет Петру Косякину. Большой привет, Егор Груша. И большой привет, Джамал Алиев. Ребят, если вы тоже хотите получить большой привет в следующем ролике, то все, что вам нужно сделать, это поставить лайк под этим видео на YouTube и поставить лайк под этим видео в группе ВКонтакте. И тогда, возможно, именно вы получите большой привет в следующем ролике. Ну, на сегодня, ребята, у нас все. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. С вами был Дэнчик Ломастеров. И, как всегда, ребята, всем футбол, и пускай вам повезет. Всем пока.